Запись пошла. Итак, сегодня буду показывать партии, которые научился играть, которые умею играть, которые сам придумывал. И вот такое небольшое видео, где я буду это показывать. Вот, чтобы потом можно было самому посмотреть, чтобы вы посмотрели. Вот. Не знаю, как будет слышен звук, восприниматься микрофоном на камере, потому что ушами вот настоящими, то есть находясь вот в месте, где звучит гитара, это совсем по-другому на самом деле звучит, воспринимается по-другому. Потому что записывал я на фотоаппарат, где микрофон записывает в моно звук, не в стерео, а в моно, и там совсем все плохо и печально. Не знаю, как на GoPro. Попробуем. Это такая экспериментальная запись. Вот. Ну, во-первых, самая простая какая-то такая тема, она такая, знаете, у всех в голове была, и кто-то, может, слышал, она вот из одной струны, в общем, вот такая простая. В школе нам там какая-то сценка была, и нужно было просто на фоне снять, как вот на контрабасе сидят такие вот пацаны, как делают. Ну, это так, по детству было. Потом там в то же время я учил для себя еще на электрогитаре какую-то такую мелодию, типа как, ну, она как не знаю, какая она, но, в общем, сейчас вспомню, я попробую. Ой, даже забыл, как она играется. Как там? А, вот. Ну да, вспомню. Нет, неправильно. Да, вот. На электронной гитаре, тут на акустике тоже можно сыграть, но слышно вот это вот там, я не знаю, вам как слышно, мне, я слышу этот звук, он очень такой, они рядом находятся, два этих аккорда, вот он один такой вот, то есть вот он звенящий такой, не очень красивый. Ну-ка. Так, я потом тут же забросил это все, но там переход идет потом на, по-моему, на ЕМ, что ли, я точно не скажу сейчас, я уже их там забыл все. Ага, меня хорошо видно. Дальше, значит, у нас там было потом была такая песня, она играла в фильме «Эйс Вентура 2. Розыск домашних животных», когда зовет природа, вот. Там момент, когда вот он цепляется за парашютом за машину и летит, следит в позорную трубу за этим каким-то там коллекционером животных. И там песня была такая Secret Engine Man, по-моему. Вот. И я все хотел ее на гитаре научиться играть. Ну и потом понял, что она состоит из вот этого как бы аккорда, от основного такого вот. И добавляется к этому аккорду, добавляется вот такая вот вообще тупая, на самом деле, составление как бы струн на первой струне, вот на нижней. То есть она вот такая вот. Сначала там было вот так. Вот так. Можно сверху вниз постоянно, как бы, сверху вниз играть вот так.
можно просто туда-сюда вот так. Кому как мне нравится туда-сюда делать, чтобы ну быстрее так. Я как бы не знающий, поэтому просто как умею, так умею, делаю сам по себя. Вот. То есть начинается вот так она. Вот так вот, то есть переходы. Ну, как на балалайке, что ли, звук. Ну, а с аккордом я, кстати, пробовал потом уже смешивать. Получается, как бы, ну, не знаю, мне не нравится, как получается. Вот смотрите. Как-то так звук такой. Его даже не слышно, вот этот вот. Вот эту первую струну, ее даже никак не слышно. Я не знаю, почему так, может быть. Я вот просто сижу иногда балдею, по одной струне делаю. Вот так вот. Еще, кстати, круто, когда звучат вот эти вот струны. Две. Тут тоже можно всякого придумать. Например, можно делать вот, кстати, с ней. Вот так. Я пробовал замыкать две струны, то есть вот так. Но это не то, кстати, если вот так. Дальше. Я потом еще раз к этому ко всему вернусь, я просто показываю. Потом была ужасное время, когда я пытался что-то там придумать вот с этой вот. С такой мелодией. Кто, может быть, просечет фишку, тот поймет сразу. Ну, я не буду никак называть имена свои, вещи своими именами. Она очень простая. Это исполнение, оно очень простое. Тут всего лишь два аккорда получается. Сейчас я настрою. Да? Кстати, как каподастер заказывал на eBay за 150 или за 170 рублей. Потому что в Новосибирске они все от 300 стоили, я не мог найти дешевле. Проигрыш, то есть добавление звуков на вот здесь вот, на двух струнах получается, то есть сыграл. Уже мелодию можно потом, я уже понял, сыграть без каподастра, используя второй и третий лад. Да. Ну и получается следующее. Она, ну ее можно также понять, просто смещением. Ну она, да, по-другому звучит, но суть та же. В принципе, то у нее.
Далее едем. Вот. Ну это я не знаю, тут как вам будет слышно, но этот звон дурацкий. Она такая, я вот как показывал здесь, она то же самое получается тут. То есть, ну, хотите услышать оригинальный звук, используйте каподастер, вот тут ставьте его на шестом ладу, играем на восьмом. Если хотите как бы без каподастера, ну, то есть услышать, получить звучание, то, пожалуйста, второй, третий лад и вперед. Не знаю, это так. Далее было. Потом я просто пробовал уже сам такую штуку с третьим ладом, там вот такой. Нет. Потом да. Я вот просто забыл уже саму мелодию, которую я тогда придумывал. Но там как бы вот так сейчас, я сейчас вспомню. Как весело, на телефоне 6%, на камере, ну, уже тоже одна палочка осталась, не знаю, сейчас буду записывать до последнего, наверное, пока не сядет. Вот, потом, значит, самое интересное, в последнее время, вот, наверное, недельки, полторы, может, недельку я вот такую придумал. Не придумал, а как-то заучил, ну, сначала я просто проиграю по аккорду, постараюсь. Ну, она еще в плане закрепления у меня вот там... В инстаграме фотка была не черно-белая, там цветная, как из гитары сидела. Ну, вот эти аккорды вот раз. Потом идет у нас второй аккорд. Потом идет третий аккорд. И четвертый аккорд у нас вот такой вот. Четыре аккорда у нас получается. И из них мы делаем, вставляем музыку, мелодию. Вот, получается, значит, следующее. А и играется, значит, аккорды вот эти вот все. И эта мелодия играется вот как бы... Очень трудно было вначале, но потом разобрался. Вот здесь вниз, вверх. Получается далее. Вот так вот, да, то есть вниз, вверх, задержка и доигрывается, то есть. Ну да.
ужас. Что-то я растерялся. Ну-ка еще раз. Ну как так? Уже пальцы горят, который день. Ладно, поехали. Не знаю, я хочу без монтажа, но придется, может быть, что-то вырезать, а может и нет, не знаю, посмотрим. Ерунда какая-то получается. На камеру всегда ерунда получается. Воды. С этим пока остановимся, идем дальше. 5% остается. Фух, ладно. Там у нас еще была самодельная опять штука. Я не знаю, я пробую. Я все время здесь как-то пробую, сижу, вот иногда перебираю, что-то из этого получается. Например, вот это вот. Thank you.
таком вот я, в таком я плаваю вот здесь вот в моменте, вот в этом вот месте я плаваю, что-то ищу. Сейчас попытаюсь что-то уже другое найти. Каждый раз иногда по-новому, но я запоминаю. Может быть, еще что-то сейчас посмотрим. Ерунда. Перебор, не знаю, мне с ним не очень пока еще получается. Дальше. Попробую еще что-нибудь. Для вас. Не знаю. Сейчас сыграешь так, что попробуем в чистом виде. Попробуем. Время чуть-чуть есть. Thank you.
Ну, сейчас камера, наверное, уже выключится. Не знаю. Но опять попробую, я не знаю, помучить. Пальцы какие красивые. Все в полосках, не знаю, видно, нет. Вот, ну, дальше. Телефон звенит, ладно. Вот эту, короче, последнюю, вот эту последнюю я буду записывать отдельно. Я отдельно ее запишу. Она как-то... Да, я ее отдельно запишу. Все просто так, первая часть этого всего была у меня сделана сейчас. Вот, вот эту вот последнюю, я, у меня руки отдохнут, я потом запишу отдельно. Одну. Только ее одну. Полностью, то есть от и до. Это я просто показывал, как я. Как у меня получается вот, что-то здесь хоть как-то. Вот, на электрогитаре, конечно, проще там, потому что струны послабее натянуты, и держать пальцами легче, не так сильно вдавливаются, то есть струны в пальцы. Вот, ну, пока так, как есть, вот, пожалуйста, к вашему просмотру, смотрите на здоровье, не знаю, как будет слышно, сам не смотрел еще, сам не знаю, как сниму, так же и отправлю, и все. 28 минут 40 секунд. Кошмар. Ладно, все, выключаю. Спасибо большое за просмотр, за ваш интерес. Ну и посмотрели, послушали, как... Не знаю, как звучит, правда. Вот. Ладно, всем пока. Всем вам пока. Бай-бай. И кому всем вам-то? Два человека только посмотрят на это. Ну да, больше ни для кого. Только для двоих людей записываю. Вот тут это приятного вам было просмотра. Увидимся еще.